Началось благоустройство двора между домами номер 9 и 9А на улице Центральной в Щелкове. В скором времени здесь отремонтируют и расширят проезды, обустроят новую парковку, установят детскую игровую площадку, лавочки и урны. За домом номер 9 построят новый тротуар. Рабочие уже приступили к демонтажу бордюра со стороны улицы Комарова. Сюда завозят материалы для дальнейших работ. По просьбе жителей для безопасности во дворе уложат лежачих полицейских. Еще один адрес – поселок Загорянский. Благоустройство идет на улице Ватутина между домами номер 35 и 36А. Здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, заменят бордюрный камень, оборудуют парковку на 85 мест, высадят кустарники, установят лавочки и урны. Следующая точка – Щелково 7. В программу по благоустройству вошел двор домов номер 1, 1А, 1Б и 3 на проспекте 60 лет Октября. Здесь уже началось обустройство тротуаров. Также отремонтируют проезды и пешеходные дорожки, установят современные игровые и спортивные площадки, новые скамейки, урны и проведут озеленение. Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году в городском округе Щелково благоустроят 9 дворов. Части из них работы близятся к завершению. За последние 3 года в округе обновили более 75 дворовых территорий. Евгения Корытько, Владимир Логачев, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.